Здравствуйте, Ангелина. Алло. Да, слушаю. Слышите меня хорошо? Да, очень хорошо. Рад с вами буду познакомиться. Меня зовут Булатцев Михаил. Я сегодня с вами проведу скайп-собеседование по вопросу трудоустройства в нашем проекте. Хорошо слышно, да? Да, слышно. Ангелина, скажите, пожалуйста, вы как давно ищете работу? С марта. С марта, то есть уже буквально 4 месяца. Да. И безуспешно, да? Ну, бывают собеседования, но я то не подхожу, то мне не подходит. А в какой сфере себя ищете? На дому в основном. Но я поняла по собеседованиям, по учебе, я так поняла, что оператором колл-центра я работать не смогу, потому что с возражениями работать не умею. Да, оператором колл-центра довольно-таки серьезная и сложная работа работать. Очень много времени уходит и огромное количество возражений. Люди попадаются разные, и в данном случае это клиенты, и спорить с ними нельзя. То есть да, я вот не умею спорить. Клиент всегда прав, да, и поэтому данная работа для, то есть данная работа на такая на любителя. Не всем подойдет. Ангелина, а работу удаленно по интернету рассматриваете? Рассматриваю, но везде вложения требуются, а у меня пока с финансами плохо. В какие организации обращались ранее? Ой, я не знаю, можно сказать, я все время попадаю только на такие, где требуются... Финансовые пирамиды, да? Верификация там, активация. Ну, в общем, везде требуются деньги. И, если не секрет, какие суммы от вас от 300 рублей и выше. А максимум сколько был? О, максимум 1500 было уже. А, ну, в принципе, это не настолько большие деньги, потому что сейчас в нынешнее время, во времена кризиса, всевозможные финансовые пирамиды очень сильно расплодились, и есть такие, в которых и 2000 евро вступительный взнос, и люди идут туда. Да. Да, люди до сих пор верят в пассивный доход, что заплатил деньги, и все, можно жить припеваючи, ничего не делать и получать сотни процентов годовых. Сразу скажу, в нашем проекте такого нет. Мы развиваем интернет-магазин хозяйственных товаров. Вот глупый вопрос сейчас задам. Глупый, но я всем его задаю. Ангелина, вы зубы чистите? Да. Конечно. Вы дважды в день зубы чистите, купаетесь в душе, моете голову и так далее. То есть каждый человек на земле, неважно, ну практически каждый на земле, неважно того, какой сегодня день недели, какое сегодня время года, кризис на дворе, не кризис, все люди у нас чистят зубы, купаются, умываются. То есть все люди пользуются средствами личной гигиены, косметической продукции и так далее. Что мы делаем в нашем интернет-магазине? Наш интернет-магазин, как и любая компания в мире, заинтересована в увеличении своего товарооборота. То есть если мы будем рассматривать компании, будь то автомобилестроение, какие-либо стройматериалы, продукты и так далее, любая компания заинтересована в увеличении количества, в увеличении своего товарооборота. Чем больше товарооборота компании, тем больше, соответственно, у нее прибыль, тем больше зарплаты у ее сотрудников, тем больше, соответственно, ликвидности и тому подобное. Уже если дальше смотреть, акции, не акции, биржа. Наша компания, наш интернет-магазин занимается, как я уже сказал, средствами личной гигиены. Мы, развивая интернет-магазин, каждый день занимаемся подачей рекламы. Инструменты, с которыми вы будете работать, все узнаете в обучении. Это всевозможные соцсети, доски объявлений и так далее. То есть в обучении, которое мы построили на протяжении 3 лет существования проекта, мы покупали всевозможные пакеты, проходили сами платные тренинги, то есть вложили деньги в данное обучение, чтобы научиться самим и учить уже в дальнейшем вас. Вас я сейчас подразумеваю всех наших партнеров, всех наших коллег. В общем, данное обучение мы предоставляем совершенно бесплатно.
И мы заинтересованы не в том, чтобы продать вам это обучение, а в том, чтобы скорее научить вас, скорее передать вам весь тот опыт, все те знания, которыми мы владеем. Ведь как только вы станете получать свою первую и с каждым месяцем еще большую и большую зарплату, наш доход также будет увеличиваться. Пока вы разбираетесь, обучаетесь, мы будем вам помогать наполнять ваш интернет-магазин новыми людьми. Как я уже сказал, здесь взаимовыгодный бизнес. То есть, помогая вам, мы помогаем себе. Мы заинтересованы в том, чтобы вы, как наш новый партнер, потенциальный новый партнер, скорее начали зарабатывать здесь деньги. Какие деньги вы здесь можете заработать? Сразу скажу, от группового товарооборота, то есть от товарооборота вашего интернет-магазина, вы зарабатываете 10%. Например, в нашем интернет-магазине мы с супругой вместе работаем, я бывший полицейский, она бухгалтер. У нас основной источник дохода – это развитие нашего интернет-магазина. Мы работаем через интернет, неважно, где мы находимся, сейчас дома, завтра где-нибудь на другом конце земного шара. Главное, чтобы у нас был ноутбук, планшет, телефон с выходом в интернет. В нашем интернет-магазине порядка 3000 партнеров. И мы из 13 стран мира. И ежемесячный товарооборот нашего интернет-магазина колеблется от 1 000 000 до 1 400 000 рублей. Соответственно, 10% от данных сумм, от данного товарооборота уже показывает, что зарплата у нас суммарная с супругой среднемесячная от 90 до 150 тысяч рублей. Хорошая зарплата, как вы считаете? Да. Конечно же, здесь нет никаких фиксированных окладов. То есть вы пришли на работу, месяц поработали, не работали, получите зарплату, распишитесь. Здесь такого нет. Здесь деньги компания нам выплачивает только за тот объем работы, который мы с вами проделали. Хотите быстрых результатов, будьте добры, уделяйте нашему проекту времени уже как на основной работе, то есть 8-часовой рабочий день также вы будете проводить в интернете. Хотите как основной источник, да, как основной, точнее, как дополнительный источник дохода использовать работу в проекте, то достаточно 2-3 часов уделить проекту в день. Теперь я расскажу вам о компании, с которой мы сотрудничаем. Это шведская компания Oriflame. Слышали о такой компании? Ну, я там даже была. А как давно были? Ой, полгода назад ушла. А чем занимались? Да то же самое делала, пыталась вернее, но у меня ничего не получилось. А вы работали также в интернете? Ну, онлайн вроде работала, онлайн. Привлекала людей, но никто так и не привлекся. А в какой команде, если не секрет, ой, кто вас привлекал? Ой, я даже сейчас уже не скажу. Не знаете, да? Нет, не помню. Так, вопрос тогда. Заказы совершали сами лично? Да, так, но только я сама лично. А очень трудно собрать баллы, потому что все дорого. А сейчас как раз у меня с финансами-то плохо, и поэтому и баллы не собирала. Ангелина, но заказ совершили, да? Хотя бы один заказ у вас да. есть. Так, Ангелина, смотрите, по правилам, по внутреннему уставу компании Oriflame, вы, совершая заказ, становитесь ее партнером как минимум на 2 года. То есть вы сейчас действующий консультант компании Oriflame. Ну, я понимаю, что я все еще действующий. И с вами сотрудничать вот на текущий момент, в случае даже сейчас вашего положительного ответа, мы не можем. По внутреннему уставу компании Oriflame запрещены повторные перерегистрации действующих консультантов. Да, знаю. Что могу вам посоветовать? Обратиться к вышестоящим вашим наставникам, вашим спонсорам, пообщаться с ними, объяснить суть ситуации, чем вы занимались, какие действия вы совершали, что у вас получалось, что не получалось, чтобы более детально с вами люди поговорили. Вы уже 4 месяца как ищете работу, то есть вы сейчас безработная, да? Да, да. То есть у вас очень остро стоит вопрос с основным источником дохода, очень, то есть с деньгами. Да, очень остро. Поэтому вы сейчас готовы работать огромное количество времени для того, чтобы достичь поставленного результата. Да.
Да. Поэтому обращайтесь к человеку, который вас пригласил, к вышестоящему. Вам по-любому приходит рассылка от компании, рассылка от ваших спонсоров на электронный Да, ящик. То приходит. есть есть контакты, как можно с ними связаться. В данном случае я уже вам по-человечески, даже не приглашая даже вас в нашу команду, потому что я не имею права, просто советую вам обратиться, пообщаться с ними. Возможно, они уже в ходе разговора выявят у вас те недостатки в работе, которые не позволяют вам расти, развиваться дальше. Может быть, это какие-либо личностные качества, которые нужно, как говорится, прокачать, чему-то научиться, как приглашать людей, как говорить с людьми, то есть какие-то, возможно, шаблоны переписок новые обновились, их необходимо использовать. То есть, работая в интернете, у нас каждый день что-то новое появляется, какие-то инструменты. И поэтому мы всегда двигаемся в ногу, так, со временем, со всеми разработками, функциями, инструментами и так далее. Поэтому каждый день у нас появляется что-то новое. Понятно. Ну, вы же сами хорошо проводите собеседование, у меня так не получится. Но, Ангелина, как говорил один из больших лидеров компании Reflame, с кем я меньше месяца назад общался, у кого доход уже под 500 тысяч рублей в месяц, говорит, чтобы получать такой доход, нужно провести 2000 собеседований. 2000 с разными людьми. С каждым собеседованием вы становитесь подкованней, опытней, и ваш, соответственно, разговор, ваш язык приобретает совершенно другой окрас, и вы сможете общаться совершенно с любыми людьми. У меня у самого также были проблемы, но я просто работал, работал, работал. Понятно. Каждый день мы это проводим такие собеседования по графику, и все получается, и получится у вас. Главное взяться за это дело. И я хочу пожелать вам успехов, удачи. И могу вам еще сказать, подумайте, что будет у вас через год без Орифлейма. Такие же поиски работы, острая необходимость в деньгах. Что может у вас быть с Орифлеймом? Большой доход, неограниченный. Нет начальников и, конечно же, свобода перемещения. Бесплатные конференции от компании Oriflame, международные поездки и просто уже другой стиль жизни. Пока вы не попробуете, вы не узнаете. То есть вам нужно просто взяться, сказать себе, да, я сделаю, и все, и идти работать. Спасибо большое за то, что вышли на связь. Так вот получилось, что мы с вами уже заканчиваем наш разговор, так как вы являетесь у нас уже действующим консультантом компании Reflame. Успехов вам, удачи Спасибо. и, конечно же, больших премий. Также успехов. До До свидания. свидания. До свидания.